Латинская Америка. Дивная земля с богатой культурой ее народов и их тайнами. После поездки в Россию мы с Ларри Крофт и ее напарником Ионой продолжаем поиски могущественнейших артефактов древнего мира. Покойный лорд Крофт оставил своей дочери подсказки, и путь наш лежит уже в Мексику, на полуостров Юкатан. В колыбели майямской культуры, пытаясь остановить троицу, леди Крофт словно Пандор спровоцировал начало Армагеддона, стирающего все на своем пути. Теперь нам необходимо пройти через всю Латинскую Америку, опередить всех врагов, найти затерянный город Пайтити, заполучив там заветный ларец Кульгулькана и предотвратить гребаный конец света. Присоединяйтесь к нам! Вперед навстречу приключениям! И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер. Но это... вооружены. К ним прибыло подкрепление. Постараюсь им не попадаться. Слышали... Не хочу, чтобы получилось, как в прошлый раз. Да нормально все будет. Во-первых, с вами ваш Альберт Вескер в Мексике. А это наша Лара Крофт. Как называется деревушка? Я забыл название. Я записываю несколько серий, если что, подряд сейчас. Я сразу забыл название. Косумельчика. И сегодня мы продолжаем с вами прохождение. Сегодня у нас будет вторник. Да, я думал запубликовать все-таки эти игры по субботам, как с Соником параллельно. Либо дополнительным эпизодом... по понедельникам, как это было всегда до этого у нас с Ларой. Я решил, если уж традиционно, то традиционно. Все, традиции по традиции. Взбивку включаем, давайте идемте дальше. Нас здесь надо найти товарища Баньковского какого-то. Так, мне очень нравится музыка. Прям прекрасная. И он, составишь ли станцуешь со мной? Нас видели на том объекте. Тоже мне выходной. Да где ладно? Где Домингес? Он точно здесь. Ходит тут где-нибудь. Да. Да и пусть ходит. Осмотримся. Кто-нибудь что-то да знает. Да, вот детишки могут знать. Здорово, сэр. Как дела? Gracias, Йона. Спасибо, Йона. А, подождите, субтитры есть, только они... Это русские субтитры. Ясно. Я не трогал субтитры, если что... Не видно его? Нет. Продолжаем искать. Продолжаем. О, здрасте. Представляешь, его поймали, когда он пил Афрендас. Боже ты мой, я в детстве тоже любила пошалить. Зачем наказывать? Текила его без нас накажет. Он выпил достаточно. Ах ты, ютый алкаш! Киньте его в воду, протрезветь быстро. У меня от вида еды в животе урчит. Ну так поешь. Вот именно. Мне было не до того. Как надо всегда. Было. Молодость молодым не впрок. Наверное. Это не про меня. Я в юности нагулялась. Как я ее понимаю, я сам нагулялся еще до появления юности. Так, здесь не пройдем, но тут хорошее шоу обычное. Надо будет Иону потом сюда затащить. Идем, Иона. Пожалуйста, попробуй. Пахнет чудесно. Значит, на перекус время есть. Есть. Пытаюсь вписаться. На перекус, Иона, всегда есть время. Нет времени на перекус. Всегда найдется время на перекус. В любой непонятной ситуации перекусывай. Даже когда не уверен, можно перекусывать или нет. Как твоя нога? Нормально, если о ней не думать. А если думать?
Дискульпами, сеньорита. Ой. Я его не вижу. Будем искать дальше. Да ищем спокойненько его. Да. Ой, танцуем мы тут все. La casa mexicana, la casa mexicana. Танцуем за борда, друзья. Смотри, это за моего папу. Может, зажечь один для мамы? А, зажечь один для шизички, да? А для покойного папаши нет? В толпе мне неуютно. Предпочла бы общество штормовых стражей? Совершенно верно. Нет уж, лучше так. Если кто не понял про штормовых стражей, это отсылка на первую часть вот этой трилогии. Ты определенно произвел на них впечатление. Мне здесь нравится. Хорошие люди. А еще он изменился. Знаете, кстати, и он исхудал. Жалко ему. Стареет. Старость не в радость. Раньше был молодым. А теперь, видимо, Лара подкачивает, не иначе. Контейнеры с ресурсами. Я стыбзил прилюдно. Наконец-то контейнеры появились. Я по ним скучал. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. А можно свечку поставить? Нет? Жал? Да, Ион, Ион, отойди. Иона, он у ворот. Я его вижу. Бабка, не мешайся. Подойти ближе, что ли? Когда мы проходили мимо цветочного магазина, ты улыбнулась. Увидела георгины, мамины любимые цветы. Вроде тут можно перелезть через стену. Этих беру на себя. Здорово, ребят, как жизнь? Хорошо, тебе сюда нельзя. Мне сказали, у вас тут типа безумная фиеста. Тёлки с черепами на лицах, все такое. Вы что-нибудь про это знаете? Это не для туристов. А, меня Мария пригласила. Вы ее знаете? Она моя кузина. Моя Абуэла, мир ее праху, родом отсюда. Я хотел это, сделать подношение или... Что вы там такое делаете с одеялами? Ладно. Знаете что? Вы, ребята, занятые. Не буду отнимать у вас время. Поеду дальше. Спасибо вам за службу. Что нас оберегаете? Пока. Иона, я внутри. Хорошо. Раньше этих охранников там не было. Домингес что-то заподозрил. Да и пусть заподозрит. Какая разница? Так. Ну вот людей пускают. Тоже. Извините. Позвольте, нам на похороны надо. Надеюсь, что здесь не будет стрельбы. Очень не хочется. Это я заберу мое. Лекарство. Берем все, что не прибито. Так, а тут бег есть? Вроде, наверное, есть, но я пока не могу ее нащупать. Эх, день мертвых. Красивый праздник. Вы связались с Верховным Советом, командир? Есть, сэр. Даже после провала в Бразилии, в организации вам полностью доверяю. Мы обязаны дойти до конца. Есть, сэр. Они готовы ко всему. Вон там с шами болтает. Про Тринити, я так полагаю. Позвольте, я пройду. Прости. Да, не извиняйся, Лара. Тебе надо идти вперед, ты идешь вперед. Иона, Домингес не просто главный здесь. Мне кажется, он руководит Тринити. Будем аккуратны. Какой руководит? Ты не спеши до меня. Да, да, я поняла. Дискульпе, сеньорита. Виновата. Вы, простите,
Дискульпа, сеньор. Дискульпа, сеньор. Красота-то какая. Неописуемая красота, ребят. Только посмотри. На первой точке сработала ловушка. Думаем, это Крофт. Стой. Что такое? Мне нужно подтверждение, командир. Хватит гадать. Так, нас спалили. Что это она. Да. Удостоверьтесь, что я иду за Эон, вами. Меня могли заметить. Я сверну в переулок. Поищу обходной путь. Ладно, пойдем обходным путем. Ой, Транкильо. Мне приятно вот это все слышать. Мексика. Я люблю Латинскую Америку, ребят. Вот что-что. Но Латинскую Америку я обожаю всей своей душой, если бы она у меня была, конечно. Но я реально обожаю Латинскую Америку. Это культура, это колорит. Ой, вот знаете, если меня спросят через 1000 лет, какая культура ближе всего ко мне по духу, я скажу только 3. Японская, латиноамериканская и исландская. Ну ладно, не исландская, а валийская. Ну, все равно же, реально прекрасно. Ой, ну ладно, 4. Исландию не будем обижать, Исландия тоже мне нравится. Доктор, тут так много ваших... Осторожность не помешает. Вы очень любезны. Спасибо. Пора идти. Лара Крофт. Ассасин Крофт. Кстати, она реально как ассасин выглядит. Мне очень нравится, кстати, что они... Вот реально помнят всех своих предков. Вообще, кстати, так-то по логике их праздника Дня Мертвых, у них принято, чтобы помнили о предках. Потому что если о них забудут, то они умрут и на том свете. И это в каком смысле логично. Если тебя никто не помнит, то тебя и не было. В таком-то понимании. Мне реально нравится. Вот это, по крайней мере, вот эта традиция мне реально нравится. Эх, обидно, что я последний в своем роду и помню, ну, стараюсь, по крайней мере. Потому что я помню только отца. Дедушку с бабушкой по его линии я не застал при жизни, к сожалению. Но вот мне реально нравится. Вот мне очень близка вот эта тематика. Вот мне реально очень близка. Да, буду, наверное, ныть немножко. У нас эпизоды, кстати, будут примерно по 40-45 минут, так примерно. Поэтому, если что, будем записывать несколько эпизодов на неделю. Готовимся. Может, если кому-то интересно более длительный эпизод, напишите в комментариях. Ладно, идемте. Но я буду стараться еще и объяснять, ну, в меру своих возможностей. Да? Да? Домингес хочет убедиться, что Крофт здесь. Фотография у вас. Белая женщина, лет 20. Ты понял? Хорошо. Ну? Ее найдут. Хорошо. Туда никто не должен проникнуть. Красота, да и только. О, добрый день, сэр. Эй, кыш из моего кабинета. Простите. И дверь за собой закрой. Угу. Так, сэр, дайте я с вами сфоткаюсь. Вы слишком важный начальник. Нет, я уже поделился с арт-заставкой, да. Вы посмотрите на этого местного барона мусорок. Важная птица. Никогда не пейте, иначе станете как он. И не курите, иначе вдвойне станете как он. Я понятно объясняю? Молодец. Выучил? Хорошо. Идем к Крофту. Не бойся. Иди, играй. Таких показаний приборов мы нигде не видели.
Это ключ к следующей фазе. Если что, мы будем готовы. Я пока не могу, кстати, бегать. Вот реально, она пока просто ходит. Мусора так много, кошмар. Аккуратно! Не хватало они еще... Они проникли на территорию раскопок. Тут забор, а у ворот охранник. Я поищу другой путь. Я нашел точку с хорошим обзором. По караулю. Сейчас найдем. Ассасин Крот. О, наконец-то я могу ходить. Маячки, цели. В режиме инстинкта выживания цель подсвечивается. Нажмите RS для... А, все. О. А, тут что-то лежит. А, я могу подняться? А, нет. Я хотел пройти тем же путем, что и он. Но, понятное дело, мне не дадут. Ясно, мне сюда. Рывок по стене. Нажмите А для прыжка, затем А для рывка по стене. В общем, двойная Ашечка, ясно. Мне нравится, кстати, что здесь подсвечивается. Ладно, идем. Ну, это классика. Давай, перелезай. Молодец. В этих руинах должно быть что-то еще. Пирамида Майя. Внутри будто бы пещеры. Вот это... Началось. Там уже никто не услышит. Нет, нет, не надо. Ты только зря все усложняешь. Вы сами виноваты. Идем, Лара. Давай, работай. Остановите казнь. Бесшумное убийство. Нажмите игры, чтобы устранить противника, пока вас не видят. Последние слова. Мне это нравится. Я же правительственный чиновник. Мне нужно быть здесь. Уже нет, мистер главный археолог. С этой минуты. Прицельтесь из лука. Не надо. У меня есть деньги. Я заплачу. Так. Классика. Живой? Иди со мной, если хочешь жить. Работаешь на Тринити? Что они нашли? Они уже много лет пытались найти вход в храм. И сегодня нашли. Боже, я предупрежу сестру. Она уже идет сюда. Правильно. Давай, утаскивай ее отсюда. Чем меньше... Иона, Тринити пытались убить местного археолога. Боже мой. Мы должны найти то, что они ищут. Богатство и славу? Это командир Рурк. Всем группам приготовиться к операции Blackout. О, все, началось. Инстинкт выживает. Нажмите для подсветки. Надо взглянуть на эти руины. Зона большая. Скорее всего... Аната. Ярко-красные плоды кустарников содержат семена и используются в лечебных снадобьях. Это я заберу, благодарю. Надо сходить к тем руинам. Сходим, Лара, дай я соберу. Никогда не знаешь, где вкусненькое будет. Надо сходить к тем руинам. Да Лара, знаю без тебя, что надо сходить к тем руинам. Схожу я. Дай соберу сначала все. У нас и так мало деталей. А я помню... Надо взглянуть на эти руины. Надо. Да знаю я. Слушай, я начинаю жалеть, что взял этот уровень. Можно было взять там, где она молчит. Мне кажется, я теперь понимаю, почему этот
все берут хардкорный уровень. Она не болтает постоянно. Классическая Лара даже на нормальных уровнях сложности никогда не болтала. Чем мне нравится. Так. Давай, забирайся, рыбку. Я знаю, кто это. Ишчель, богиня полной луны. О, а это Чакчель, молодая луна. На нем есть надпись. Чакчель, ключ скрыт за ее взор. Ключ? Это здесь. Наверное, вход там. Нужно спуститься вниз. Ишчель Чакчель, ясненько. То есть, как я по... Если кто не знает, Центральная Америка, а мы, скорее всего, мы все-таки в ней в большей степени находимся, все-таки Мексика там, мы, скорее всего, ближе к границам с Гондурасом, с Сальвадором, так понимаю. То есть, скорее всего, на Юкатане. Соль в чем? Этот регион очень сильно испещрен подводными пещерами. Подземными подводными пещерами, кастровыми воронками и всем прочим, что заполненным водой. Они имеют большую цепь сообщений и часто использовались как раз-таки местными туземцами для... Ну, в основном для жертвоприношений. Да, там полно трупыков вы можете найти, если вдруг рискнете отправить свою душу туда же. Ее сразу засосет и не выплывет. Но очень много людей там погибло. Не рекомендую, но если вдруг в последний путь, можно заглянуть в кости к умершим до старых эпох. Лазанье. А, мне туда, да? Нажмите, чтобы прыгнуть, затем X для зацепа. Ясно. Есть. А. Теперь вниз, ясно. Спуск. Нажмите... А, любую? Ладно, должно сработать. Ла-ла-ла-ла-ла. Какая кнопка Б? Мило. Ладно, пускай. Ну ладно, для этого эпизода я уже прилился с заставкой, но мне нравится этот вид. Отлично. Рефлексы-то работают у меня еще. Это командир Рурк. Немедленно зачистить сектор. Прибудет доктор Домингес, и мы все пойдем внутрь. Так, аккуратно, не упади. А. Ясно. Так, ясно. У меня еще и... Спокойно, Лара. Не помри у меня здесь. Раньше срока. Так, а по карте мне... О, смотрите, какой путь мы прошли. Вышли отсюда, прошли сюда, зашли сюда. Я только надеюсь, что я не упустил никакой артефакт. Вот реально, я на это очень надеюсь. А, нет, это предметы. А, нет, все, я вижу, я сориентировался. Я мышку вам покажу. В общем, здесь есть достижение, ларечек. Два артефакта, это, скорее всего, руны. Это записки. В общем, это все будет внутри. Готовимся. Это будет к экструции. Будем... Вот там я буду рыться. Буду рыться очень долго, чтобы ничего не упустить. Потому что сюда нас не вернут. Мы это уже знаем. Мы пройдены. Мы люди с опытом. У меня столько золота. 2069 золота. У меня очень много золота. Да, не могу вернуть его в реальность. Вот, как обидно. Дайте мне это золото уже, наконец, в реальности. Давай.
Надо быть повнимательнее. Один артефакт точно здесь должен быть. Всем группам приготовиться. Доктор Домингес уже спускается. Черт, надо торопиться. Ой, да ладно, не торопись, Лара. Мы через это давно прошли. Так. Мне нравится, что здесь инструкция на каждом шагу. Спокойно. Там, кстати, кружок есть, мне нравится. Все под контролем. Так, давай. Залезай. Так. А, нет, там спуск. Или куда мне? Сюда? Так, идем. Статуя смотрит на ту пещеру. Прекрасно, пусть смотрит. Но это уже испытание для нашей усидчивости. Раскачка до веревки. Гениально. А есть какой-нибудь артефактик поблизости? Нет? Так, удерживая. Так. Давай. Как на качелях. Молодец. Это здесь. И внимательно прям вот изучаем каждый сантиметр. Потому что первый артефакт был у самого входа. Я тут вроде ничего не нахожу. Хорошо. Иона, я вхожу в пещеру. Связь может пропасть. Я понял. Я присмотрю за Тринити. Давай. Я буду смотреть аккуратно. Ну давай еще пошуми мне тут. А я обратно могу? Судя по всему, эта пещера обычно под водой. Да, судя по всему, она под водой. Давай пойдем обратно. Может, там уже открылся, как в старые добрые времена, тайничок висячий. Но это все-таки обучение все еще проходит. Ну, вторая Турция, ребят. Вторая Турция. Продолжаем. Так, а тут должен быть где-то артефактик. Чует задница, он где-то здесь. И я, конечно же, его упущу, да? О. Крысы. Классика. Ну, слушайте, ну это уже прямо... Фрески. Изучайте фрески, чтобы повысить уровень знания. Сердце змея. Мамский язык. Изображение путешествия майя. Мамский. Ладно, спасибо, что не папский. Вы у нас... Изображения на этом монолите совсем стерлись. Не прочтешь. То есть какие-то рабочие, какие-то нет. Все с вами ясно. Так, ладно. Это классика. Используйте ЛТ, чтобы прицелиться. Ну, это классика из предыдущих частей. Это мне нравится. Что-то хоть не поменять. На том спасибо. Я на всякий случай проверю. А то мало ли все-таки, может, где-то артефакт где-то завалялся. А я его не видел. Хотя нет, вроде все нормально. Отлично. Низкий рывок. Нажмите Б, чтобы совершить кувырок. Так, спокойно. Мне нужно туда. Но туда нельзя. Пойдем сюда. Наконец-то ты с фонариком.
Почему мне кажется, что здесь сейчас будет ждать меня какой-нибудь крокодил? Красота, столько шашлыка пропадает по улице, как бы говорил Ульман. В любой непонятной ситуации вспоминай Ульмана. Что это за место? Ну, гробница, непонятно что ли. Гробница, опыт. Очко ноуков, найдите лагерь. Походу, я его уже нашел. Не уверен на 100%, но наверное. Боровик, гриб с коричневой шляпкой, толстой ножкой. Используется для снадобья выносливости. Красота, Лара теперь у нас наркоман. Боже, блин. Мисс Кров, как вы выживали? Да так, все чуть-чуть понемногу. О! Нет, не артефакт. Значит, он, скорее всего, под водой. И мне надо однозначно же в воду, да ведь? А да, чего бы нет-то? Помочить ножки, поплавать тут да сям. Вот, вот хоть что-то вижу, вижу. Иду к тебе, моя прелесть. Так. Нет, я нашел заначку. Нет, заначка тоже хорошо, конечно. Я не спорю. Может, тут что-то? Нет, тут, походу, это... Камеры. Да. Все правильно. Она... Слушай, она что, читает мои мысли, что ли? Так, меня это начинает пугать. Ну, по крайней мере, настораживает. Плавание. Во время плавания держите А для всплытия, а Б для погружения. Чтобы повысить скорость, либо удерживайте. Так, сено. Подводное растение желтого цвета. Так, давай-ка всплывай-ка. Так, я не... Так, куда мне надо? Не надо бы туда, но тут... Так много всего. Никогда... Никуда не... Я не знаю, куда бы не плыть. По-хорошему. Так, ну это наверх залезть. Если надо. Мне пока не надо. Тут тоже пароход. Тут два прохода в разную сторону. Давай вот сюда пойдем. Ясно. Всплывай. В общем, я сделал круг. Но здесь есть подводная камера, так? Значит, в ней есть долг. Давайте искать, посмотрим. Есть что ценное? Я что-то пока не наблюдаю. Давай, поднимайся. Там впереди еще тоннель. Но давайте сейчас сбоку. Да, я вот реально помешан теперь на эти артефакты с тех самых пор. Давай. Вот, привет, сенушка. Давай. Забирай уже это дело. Так. И как долго ты можешь... О, наверх. Все. Я понял. У нее кулдаун, ну, небольшой, но... значительный. А в любом случае наверх надо лезть. Так что, как ни крути, мне надо под воду. Давай. Ой, черт, угри. Ненавижу этих созданий.
Так, ладно. О. Так. Давай, дыши. В общем, я понял, о каких пузырьках говорили. Я думал, какая-то фигня, это полноценные воздушные карманы! Я, понимаете, почему я теперь их ненавижу? Давай быстрее, а то эта Мурена нас затащит на дно. Так, ясно, здесь не пролезть. Давай же, давай, втяни свою грудь так плоскую. Ну и где мы? Во-первых, задница мира. Во-вторых... Они отмечены были! Я, конечно, вот здесь сейчас сохранюсь. Да, давайте к последнему сохранению. Чисто хочу посмотреть, к чему это приведет. Охотничья луна. Нужно найти храм, который ищет Домингес. А я могу вернуться? У меня есть идея, но она вам не понравится. Но если все получится, эпизод будет чуть подлиннее, но с интересными подробностями. Так. Давайте мы кое-что... Я не хочу упускать этот артефакт! Я не хочу его упускать! Да. Я... Не переживайте, мне не пришлось все проходить. Оказывается, было автосохранение. Спасибо разработчикам. Спасибо разработчикам, у них было автосохранение. Так, и вот насколько я помню, именно вот здесь... Стоп. Поэтому давайте сейчас возьмем. То есть мне не придется по новой все собирать, что меня радует. Но я не понимаю только, где находится вот это все дело. Но я так понял, что вот эту точку нам показали лишь с одной целью. Я не пойму, с какой, но... Я на всякий случай так вот сделал, реально. Внизу я все смотрел. Я вот ничего не нашел. Боровик, да, спасибо. О,
Вроде все белое, не хочет. Ну и ладно. Я проверяю, мало ли, может, захочет. Может, тут есть какой-то подъем? Я, может, его не увидел. Так, плавание. А, можно вот так сделать. Я хотел посмотреть карту. Так, вот где-то вот здесь находился артефакт. Я его заберу. Вне всяких сомнений. Кто бы что мне не говорил. А, вот, наверное, это он и есть, да? Так. Резной сосуд. Ладно, не страшно, не страшно. О, привет, рыба. Сейчас все оплаваем, все соберем, все, что мне нужно, заберу. Давай, давай. Знаю, знаю про это подводное плавание и про это подводное дыхание. Все уже освоили. Он был у меня буквально перед носом, как и в Турции. Я пока здесь с вебкой, потому что мы уже это все видели. Есть что записывать. Но здесь какие-то моменты будут, которые я буду так вот, ну, кресятничать, будем так уж вызывать. Называть, как это есть. То, чтобы все было как надо, делаем, будем все как надо. Ладно, давай. Так, вот это тоже давай забирай. Ты забрала все? Давай, забирай уже. Не могу же я вечно тобой увозиться. Так, отлично. А здесь я уже себя выключу. Так. Ну, давай вниз. Ага, вот оно прямо здесь. Вперед. Давай, Лара. Ненавижу этих мурен. Подыши. Мерзкие заразы. Давай подыши еще. Вы думали, я упущу фоторежим в таком кадре? Никогда. Давайте. Вы посмотрите на это, о. Конечно. Не могу не сделать пару хороших фоток, ну согласитесь. Да, камера фиксирована, конечно, это понятное дело. Но кто сказал, что я не могу? Я могу. Посмотрите на эту мурену, она реально хорошо смотрится. У вас, кстати, получше должен быть, поярче. У меня вот потемнее, потому что я со светом. Так. А, нет. Все, ладно, идемте. Давай. Вот, кстати, вот я и говорил про такие пещеры, это очень большая опасность, что
велик риск того, что вы можете застать, вот как Лара сейчас. Поэтому вот очень много дайверов погибло в этих пещерах. Очень много. Чисто даже вот с таких вот смещений пород. Давай. Протискивайся. Пропусть. Выдохни. Молодец. Давай, откашивайся. Это забираем. Нужно найти храм, который ищет Домингес. Нет снаряжения. Для дальнейшего прохождения требуется укрепленный нож. Ясно. В общем, сюда мы еще вернемся. Это хорошо. Так, куда мне дальше? Точно не... Ах, я... Да черт знает. Но радуюсь, что хотя бы вон там все забрал. Дайте только проверю. Я точно не упустил где-нибудь еще артефакт. Потому что если я упустил, я себя сейчас сожру. Ну, не в физическом понимании, конечно. Но вы меня понимаете. Надеюсь. Может, не надеяться, конечно. Да, вроде бы в остальных все хорошо, все нормально. Да, вроде артефакты нигде не упустили, это хорошо. Хорошо. Ой, пока собираем все потихонечку, это меня радует. Так, туда я не могу, значит сюда делится. Так, аккуратно идем. О, еще одна ловушка, я прям уже вижу отсюда. Этот проводочек. Они прям мастеры маскировки. Видите? Гениально. С факелом такой идешь. О, проводочек, дайте я его задену. Нет, я... В их защиту древней цивилизации. Но все же. Давай идем. Да, я буду вот так вот пролистывать каждый сантиметр. О, вот еще один такой. Один из таких колоссов. Лазать если здорово. Нажмите А, чтобы прыгнуть. Давай, по классике, лезем. О, пирамида. Иона, я на месте. В каком-то подземном храме. Хорошо. Так. Ого. Хреново. Лара, тринити используют взрывчатку. Да, ну. Я заметила. Из-за этого и толчки. Тут пирамида. Я заберусь наверх. Давай. Давай, залезай, чтоб тебя Крофт. И на том спасибо. А. Видите? Я вот так мышка. А, не могу. А могу ее головою? О, вот я наконечником лук покажу. Вот. Зашел. Так, давайте еще раз просто глянем. Значит, смотрите. Фреска, нычка. Фреска, нычка, артефакт, сундучок со снаряжением. Это все по чуть-чуть должно быть. Так. Побочные задания. Нет побочных заданий. Испытания. Нет испытаний. Артефакты. Путь звезд. Фотография артефакта из моей поездки в Южную Америку. Блокнот Лары. О. Стоп, подождите. Фотки есть?
Чтобы обнаружить спрятанный город, иди на юг вдоль побережья, пока не найдешь розовую рыбу. Затем иди вслед за сердцем змея на гору с серебряной верхушкой, где заседают близнецы. А, вот, это правым триггером вращать. Ясненько. Розовая рыба нам нужна. Это Альфард, одинокая звезда. Самая яркая звезда в западной части неба и сердце созвездия Гидры. 2000 лет назад она зашла на западе. Именно там я надеюсь найти тайный город. Угу. Созвездие Гидры, это Альфада... А, это она все озвучивает, Тут, смотрите, все стопроцентное качество озвучки, прекрасно. Мне вообще не оставили даже озвучку. В долгом календаре Майи у всех дат по 5 чисел. Вот это число повреждено. Оно похоже на 13, но если на самом деле это 8, то разница составит 2000 лет, и тогда созвездия будут располагаться совсем по-другому. Таким образом, звездная дорога ведет на запад, в Перу. Изучите в поисках скрытой информации. Подождите, скрытой информации? Чтобы так. Обнаружить спрятанный... Тут нету. Это Альфард. Тут нету. В долгом календаре Майи у всех дат по 5 чисел. Вот это число повреждено. Оно похоже на 13, но если на самом деле это 8, то разница составит 2000 лет, и тогда созвездия будут располагаться совсем по-другому. Таким образом, звездная дорога ведет на запад, в Перу. Последнее число на левой колонне – 0. Тут я случайно нашел, он завибрировал. Меня, знаете, что радует? У них диалоги идут очень плавно между собой. То есть, даже когда начинается катсцена, они делают какую-то паузу, чтобы диалог договорился и начинается новый. Либо, может, пускается. Черт знает, конечно. Но здесь, по крайней мере, такого я не наблюдаю. Меня радует. Тринити. Древняя тайная организация, которая управляет Верховный Совет, как у иллюминатов. Угу. Она существовала еще до рождения Христа. Их задача – завладеть всеми древними артефактами в мире. Я веду охоту на них с тех пор, как узнала, что они убили моего отца. Нам с Ионой удалось выследить множество отрядов Тринити. Но все руины и склепы, что мы видели, были разрушены. Кроме тех, что в Косумеле. Я должна узнать, что они ищут и чего хотят достичь, и остановить их. Бессмертие ищут, естественно. Чего ты хочешь? Твоя подруга искала бессмертие. Ишчель и Чакчель – два лица одной богини. Ишчель – молодая женщина. Она символизирует жизнь и исцеление. Ее сопоставляют с полной луной. Чакчель – старуха, символ смерти. Ее сопоставляют с месяцем. Они близнецы, означающие дуализм и круговорот жизни и смерти. В общем, местная Калима. Иона Майва. Иона. Мастер выживания и отличный друг. Я встретила его несколько лет назад во время экспедиции на Endurance. В первый же наш разговор он меня рассмешил, называл птенчиком. Мы так много пережили с тех пор, а после того, как я потеряла связь со своей лучшей подругой Сэм, Иона всегда рядом со мной. Он отправился со мной в Китиш и помог мне найти божественный источник, артефакт, который искал мой отец незадолго до того, как его убили. После того, как я уничтожила божественный источник, чтобы он не попал в руки Тринити, Иона помог мне выследить их отряд за отрядом. Когда я закончила расшифровку записи отца, Иона решил, что лучше всего начать с деревни Косумель. Тогда я не поверила ему, но он оказался прав. Только в Косумеле мы смогли найти что-то уцелевшее. Теперь я понимаю, почему. Тринити знают, что в загадке не хватает куска, и я должна найти его раньше них. Постарел, Ионыч, постарел. Так, а это наши находки, да? На этой миске изображена процессия майя, несущих что-то очень важное для них. Серебряный квадрат? Что это значит? Бриллиант. Это определенно бриллианты.
В этом документе описано какое-то путешествие или паломничество майя. Похоже, что они несли какой-то очень важный предмет и двигались на юг, туда, где можно найти розовую рыбу. К реке Амазонки, как и сказал Джона. Запомните, вот так выглядит настоящий лицензированный государственный документ. А не это бумажка с печатями и так далее. Во! Как и раньше делали документы. Учитесь. Если вдруг решите делать как в древние времена. Так, навыки выживания, охотник, воин. Но это памятки выживания, пока их не трогаем. Давайте полазим. Так. Так, это как-то можно, наверное, открыть, но я не знаю как. Древесина. Требуется за изготовление бесшумных. Лара, как дела? Хорошо. Так себе. Тут можно забраться наверх по платформам. Только надо найти противовес. Тебя плохо слышно. Я иду обратно. Тут что-то происходит. Подберусь ближе. Ой, вот он подберется сейчас ближе, а нам потом возиться с этим. Так, ну это ломается снаружи. Изнутри, извиняюсь, изнутри. Так, давайте выискивать. Может, найдем еще ценное. Так. Я вот реально буду теперь вот проверять каждый свой шажочек. Из этого никуда. Нужно как-то поднять этот колокол. Прежде чем поднимать, давай-ка заберемся. Нужно как-то перебраться на ту сторону. Сейчас все сделаем, успокойся. Нужно как-то поднять этот колокол. Золото надо забирать, Лара. Колокол твой никуда не убежит. Тридите, нас не торопят. Тут не на время, к счастью. Нужно как-то поднять этот колокол. Тут есть какие-нибудь тайные ходы? Нет? А, стоп. Нужно как-то поднять этот колокол. Отпусти, отпусти. Вот, молодец. Так. Давай, давай. Дальше он сам. Вот и красота. Вот все и вышло. Маячки цели. Да-да-да-да-да. Мы видим ваши маячки. Так, а теперь мне туда, как бы, по логике. Лишь туда, наверное, да? Так, по-хорошему, сюда мне надо? Нет, там, походу, верная смерть. Если я упущу, значит, так и быть, я потеряю артефакт. Давай, залезай. Давай, залезай, живо. Давай-давай-давай, яу! Он еще висит? Хорошо. О, здрасте. Мамский изыд. Отчет арьергарда. Второй отряд, отстававший от основной группы на несколько дней, сообщил о странных происшествиях. Звери стали более свирепыми, а сами джунгли более опасными. Деревья и лианы изгибались и выворачивались. На них отрастали шипы, длиной в палец и острые, словно ножи. Метаморфоза.
Так, очередная какая-то мистическая херня, превращающая вас в бессмертную опасную тварь. Ясно, ничего не поменялось. И это не поменялось. А инструмент для подъема у нас остался? Кустарный наш? Или вручную надо лезть? Ну и где мой кустарник? Вот серьезно. Какой хороший кустарный был. Да уж. Здрасте. А можно вас посмотреть? Достойные будут принесены в жертву Красной Богине, богине убывающей луны и богине нарастающей луны, праматери всего сущего, отнимающей и дарующей жизнь. Красота. Чего только они не придумают, да, вот эти вот древние люди. Так, давай-ка я тебе... Да никуда ты поворачиваешься? Она так резко поворачивается, я хочу, чтобы она посмотрела в сторону. Не так резко. Не в том плане. Во! Хороший кадр. Фоторежим. Давайте. Вот здесь сделаем хорошую фотку. И пойдет. Я потом это отзеркалю. Так. Хорош кадр. Надо только над цветом поработать. Насыщенность можно выкрутить. Так. Яркость уменьшить, насыщенность поднять. Во. Хорош. Он такой... Поймал меня. Да и ладно, я тебя поймал. Не расстраивайся, Ларочка. О. Неплохо, но тут, скорее всего, значит, надо насыщенность убивать. Ну вот, хороший кадр. Давайте сразу ее гримас подберем какую-нибудь подходящую. Не подходит. А, неестественно. Вот это уже лучше, как видите, выглядит. Хороший вариант. Грустно не подходит. Отвращение. Нет. Нет. Неплохой вариант. Какой мы взяли-то лучше всего вариант? Озорное? Вот, хороший вариант, ей идет. Давайте подберем что-нибудь еще. Так, вот раз. Потом по цвету подберу. Мне нравятся эти фильтры. О, вот этот хороший фильтр, мне нравится. Может, здесь над яркостью поработать?
Он хорош, реально, фильтр мне нравится. Тоже неплохо. Ладно, вот этого должно хватить. Да. Я ее сфоткал. Давайте здесь тогда сохранимся. Как раз материал должно было нам хватить. Мы ничего не упустили. Да, я уверен, что хочу перезаписать. Спасибо. Тут отсохранение все равно есть, так что может быть вернуться к любой точке, которую я буду считать нужной. Что ж, давайте пока на этом... Там не закончим еще. Потому что я помню. А вы что думали? Я что, слепой что ли? Видишь чего? Так. Потому что мне надо туда. А здесь еще одна вещь есть. Я помню, что здесь что-то долежало. Вот тут какая-то плита. Но ее она не хочет читать. Вот. О, смотрите, древний бог. Я бы его сфоткал, но он не фотогеничен. А вот это... Сундук с сокровищами. Редкий артефакт. Давай, открывай. Нет снаряжения, чтобы открыть, нужна отмычка. И где я вам ее найду? А я думал, сейчас уйдет спать. Ну ладно, у нас хотя бы тут золотая принцесса. Тоже хороший вариант. Так. Вы что думаете, я откажусь от золотой принцессы? Да никогда в жизни. А, это документ был внизу. Ментик был внизу. Да. Так. Вот этот идеально подходит. Яркость на полную. Выдержку снизить. Яркость снизить. Насыщенность увеличить. Красота. Хорошие настройки, мне нравятся. По-хорошему, надо сделать бы так, чтобы она смотрела в нашу сторону. Но она не будет смотреть в нашу сторону по одной причине. Вот эта причина шикарная, мне нравится. Успех. Тут мне нравится. Я ее лица здесь не увижу с этого ракурса, поэтому проблем не должно быть.
поклон. Хорошо, конечно, но нет. Золотая статуя смерти, миленькая. Восторг. Торжество. Игра. Лара Крофт. Лара Крофт и Колесо Судьбы. Я до сих пор смеюсь над этой Лара Крофт. Мне реально нравится. Смотрите, реально забавно смотрится. Да, этого вполне хватит. Мне реально нравится местный арт. Может, очень здорово. Жалко, что вот здесь. Вот почему мне никто не дал отмычку? У меня нет отмычки. Нет снаряжения. Ой, сундуки Конкистадоров содержат редкий ресурс и артефакт. Может, я могу... А как я сделаю? У меня нет лагеря. Может, хотя бы лагерь найдем, кстати, с другой стороны. Ладно, давайте пока на этом сегодня закончим, ребят. Надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее прохождение. Спасибо всем, кто сегодня смотрел этот эпизод. Ставим лайки, пишем комментарии. Я запишу, наверное, еще парочку эпизодов заранее. Но это не значит, что я не читаю ваши комментарии, ребят. Мы идем с вами потихонечку, изучаем здесь все. И мне будет очень приятно, если напишите больше комментариев. Это позволяет продвигать видео на Ютубе. Реально, это работает фигня, я не знаю, почему так, но вот работает. Проверено чисто на практике у нас. Так что, ребят, с вами был Вескер и мисс Тающаяся в ночи Лара Крофт. Увидимся с вами уже завтра, в это же время, в эту же секунду, в этой же пещере. И не забудьте, пожалуйста, вашу шляпу. Моя всегда при мне. Но я ее не надеваю, потому что ночь уже. Кто ночью лезет в шляпу? Я что, Индиана Джонс, что ли? Удачи.